Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Зуба. С вами, как всегда, Даридель. Вот, я накопил тут, так сказать, сундучки, ящички для открытия. Надеюсь, на ваши лайки и комментарии. А, Оле дали. Блин, дали бы уже что-нибудь новенькое. Очень хочется что-нибудь крутое. Так, что, кстати, у нас в магазине? Давайте посмотрим. Блин, Лиззи, я хочу ее, нифига себе, боже мой. А, она пока что, я так полагаю, не может выбиться, она только за донат пока что. Потом ее можно будет также выиграть. Вот, можно посмотреть, зайти в зверинец свой и можно посмотреть. Ранний доступ, то есть ее пока что можно только купить. А вот эти не найдены, то есть их уже можно найти. Ее пока что нельзя нигде найти, кроме как за донат. Так, ну что, начнем открывать. Ботинки туриста, отлично. Идем дальше. Брюс 3. Игроки в эту игру уже довольно-таки сильные. Ей сложно с ними играть. Отброс копья, замечательно. И золотой, дайте что-нибудь. Пеппер. Мне не надо пеппер, мне нужно кто-нибудь новенький, было бы здорово. И я даже не знаю, с кого начнем. Давайте с Брюса, я с Брюсом вроде неплохо играю. Что у меня тут, скороходы, дробовик и косточка, погнали. Я думаю, мы справимся. Как всегда, играем до того момента, как наберем 4 ящика. Я думаю, быстро наберем. Зайдите в кусты, хоба, выходите и ускоряетесь. Дробовик бронзовый. Бронзовый это, по-моему, лучше, да, есть совсем простой. Так. Отлично. Для ускорения. Смотри, что делает бычок. Какой он наглый. Потом тут серебряный. Следим серебряный, надо будет взять серебряный. Какой он медлительный, боже мой. Он способности другие, что ли, ворует? Может, любые способности принять? А бычка почти победили. А давайте подхилимся, постоим. Давай! Друг друга слили, просто слили друг друга, ребятки. Но он первым меня слил. Нормально так, это было круто. У него аптечка была. Но мне просто так тоже не взять. Давайте еще раз сыграем. Сейчас будет нормально все. Раньше я занимал часто первое место. Сейчас реже стал заходить. Поэтому навык стал пропадать. Ну ничего страшного, мы навык... Навык мы с вами вернем. Так, это по-моему... А, нет, это лучше. Смотрите какой. Дробовик. Возьмем, отлично. Какой он, смотрите. Это между кустами передвигаться. Вот это хорошее место для него. Боже мой, а ты издеваешься? Твою ж мать, я же добытчик. Вообще очень плохо, ребятки. Что это такое? А, я начинаю ранги сбрасывать. Это плохо. Третья попытка. Первый раз, ребятки, просто фейл. Фейл на фейле. О, кого-то тут. Фига себе, он меня легко сможет. Он легко сможет меня убить. Так, для начала, конечно, нам нужно все-таки насобирать на оружие и на аптеку хотя бы. Тогда уже будет проще. Тогда мы повысим выживаемость. Сейчас вы увидите, сейчас у меня все получится. Я неправильную стратегию выбрал, неправильную тактику. А сейчас у меня будет правильная тактика. О, серебряная граната. Замечательно. Тогда она хотя бы, если до золота накопите, то все. Вы уже можете тащить ее очень хорошо. Опасно, конечно, мне вот так бродить.
О, отлично, у него есть аптека. Хорошо. Как меня. Так, пингвин. Ладно, уходим, уходим от него. Ладно. Смотри, что делать. Он меня сейчас будет мучить. Он меня замедлил, он меня замедлил. Хорошо, посидим, подхилимся. Говорю, ребята очень хорошо стали играть. Отлично, 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 отлично. Так, нормально. Держим, держим, контролируем. Где он? Что, он меня замедлил, он меня замедлил. Давайте подхилимся немножко. Чуть-чуть, давай, давай. Боже мой. Смотри, что он делает. Да пошел ты нафиг. Ребята, просто сливать. Смотрите. Вообще играть стало сложно. Какое мне... Да офигеть. Шок. Просто шок. Ну хотя бы дали серебряный ящик, это уже радует. Не, я так это дело не оставлю. Играем последний раз, если я проигрываю, то я настоящий лузер. В этой игре. Так, все. Смотри, смотри, как они играют хорошо. Надо по кустам продвигаться. Слили, 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 отлично. Золото уже есть. Так, все слили, нормально. Посмотри, посмотри, что делает. Найс, слили, хорошо. Ходим, 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 ходим. Давайте постоим аптеку, подэкономим. Раз, два, три, четыре. Все, пора, пора, пора идти. Легко сливаем. За аптеками пойдем. Крутая, крутая, крутая штука. Возьмем, давайте аптеку возьмем. Все, пора возвращаться. Рывок. Неплохо, редко, смотри, какая у меня граната, офигенно. Серебряное копье. Копьем я не так часто пользуюсь, но все, нам пригодится на добивание. Погнали копью. Стараюсь все-таки самое лучшее собирать. Сколько осталось? Четверо?
поле битвы какое, смотрите. Ужас, ужас, ужас. Так, и где он? Может, давайте подхилимся. Как тут стоим? У меня две аптеки, у нас неплохие шансы. У меня было две аптеки, я же прожал на них. Твою ж мать, я мог сейчас первое место, но я лузер, блин, вообще. Ужас, ужас, ребятки. Я так плохо давно не играл. Дайте мне хотя бы хороший ящик, боже мой, ну золотой хотя бы. Начну пока этот открывать. Пеппер, ты моя надежда. Попробуем сыграть с ней. Я вроде неплохо играю. Так, сразу набираем, отлично. Быстрее, 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 быстрее. Тактика в начале, как можно. Ничего себе. Боже мой. Ужас какой-то. Так, уходим, 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 уходим. Доигрался. Так, вроде никого нету. Отлично, контролируем. Пока подхилимся. Это было опасно, Пеппер, опасно. Но оно все-таки рисковое. Рисковый жирафик. Все берем. Никого нету. Можно идти дальше. Давай тут посмотрим. Далековато. Блин, аптечки, это, конечно, хорошо очень. Наверное, пойдем к ним. Так, он не пригодится. Так, сели. О, ребят, о, ребят. Да, что ж ты будешь делать-то? Не знаю, что делать. Ребятки, плохие дела, плохие наши дела. Уходим, 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 уходим. Так, берем. Все, стоим. Смотри, боится. Его, возможно, сейчас сольют. Побежал.
Первое место. Кто бы мог сомневаться? Но Пеппером я хорошо играю. Горилла что-то разучился играть. Опять перестал тащить. Но Пеппер молодец. Красавица. Так, можем что-то забрать за нее, да? Отлично, разблокировали. Давали бы в конце какой-нибудь крутой ящик, чтобы была мотивация хорошая. Ну давайте за Никса. Никса мне тоже нравится играть. Я хочу уже до 1000 кубков, давайте доведем его. Я забыл, что у него. А нафига? Надеюсь, я кофе не брал. Мне кофе не надо. Пустая трата просто. Так, ладно. Ладно, уходим. Не очень хороший мне пока что. Предметы. О, серебряный лук, это хорошо. И золотой дробовик. Отлично. Золотой дробовик, супер. Шанс повышается. Косточка есть? Да, есть, отлично. Идем. Мне нужна аптека срочно. Там тот дерется. Серебряная граната, блин, хотелось бы, конечно. Опасно. Да я же стрелял в тебя, боже мой! Конечно, у меня никого нету, просто никого. Ну как и ты мог так, Никс, боже мой. Раньше было проще, сейчас хорошие игроки играют. Сейчас сложнее стало играть. Смотри, у меня даже ничего нету, у меня просто ничего нету. Ладно, пускай они убивают его. Надо убежать, но у меня реально ничего нету. Как я буду драться? Надо найти что-то. Так, отлично. Отлично. Уже что-то, это хорошо. Переходим. Поставим тут пока. Опасно тут ходить. Ой, опасно. Они взял легендарное оружие. Собрать бы у него. Ничего нету. И оружие слабое. Можно в окно брать, оказывается. Так, ладно. Что там происходит? Что там творится? Ой, уходим, ребят. Давай. Тут постоим, срочно. Давай, быстрее. Надо кустов дойти. Стоим тут. У меня просто аптеки нету. Дробовик хороший, прям хороший.
Ты им так захочет украсть. Так, походу в пещере будем воевать. Боже мой. Да какого черта? Просто размотались. Да я не знаю, как против бычка играть. Вы видели, что? Он дезориентирует просто, когда бежит. Когда бежит, нету смысла в него стрелять. Я просто не знаю... Бычка, вот постоянно из-за бычка я проигрываю. Серебряный ящик тебе дали. 1000, ребятки. Отлично, ровно 1000. Разовая акция, получите баг всего лишь за 600. Блин, как жаль, что я в свое время просто это все потратил. Я бы так взял, наверное. Ребят, чё ж дурная привычка, но постоянно по 100 раз бросать приглашение. А, ваш максимум 1000. Отлично. В общем, увидимся в новой серии. С вами был Даридий. Хорошего настроения. Всем пока.